все изначально, да, были такие по норкам, я буду делать так, я привык делать так. Даже я сам, я не скажу, что я изначально пришел, я такой, типа, не, я готов со всеми там коллаборировать, да. Нет, для меня это тоже офигеть, какой опыт. И, собственно, здесь меня тоже и ломает по-хорошему, делает меня сильнее, смелее, открытие, потому что я в таких вещах, ну, очень мало работал, очень мало. В такого рода это мой первый раз. Вот, поэтому решает только открытость и ваше содержание, то, как вы это можете выразить. И в этом вы, и в этом творчество, и в этом развитие. Очень круто получается все это вместе соединить, и на это стоит посмотреть. Просто потому, что мы это реально делаем, и такое доступно каждому. Каждому человеку прийти и сотворить что-то своими руками, собрать людей. И то, что мы делаем сейчас, мы делаем это как бы во всеуслышание, да, для того, чтобы показать, что вы можете делать так же. Собственно, я считаю, что за таким стоит наблюдать, в такое стоит проникать и с таким стоит знакомиться. Ну и видеть это вот воочию, прямо здесь и сейчас. Потому что такие вещи, как когда-то да, говорили, мы, по-моему, в одном из интервью, что они в Улан-Удэ таких вещей, честно, не было. Я сам, ну, не знаю, ни один раз такого не видел. Вот, поэтому, думаю, стоит просто посмотреть на это, понаблюдать за этим. Вот, как-то так. А так, если сейчас как бы говорить о всем процессе, как-то он незаметно прошел, потому что я как-то так с трудом верю, что так вот этот весь наш процесс прошел как-то вот, ну, в основном гладко, да, ну, в хорошем смысле, что все хорошо прошло, весь этот репетиционный период, весь этот творческий период, так называемый, потому что, ну, во-первых, да, если мы так чистое время берем, создание, да, это вот первый раз мы только прочитали в конце декабря, получается. То есть у нас фактически там январь месяц и вот половина февраля получается на создание спектакля, перформанса. Вот это, конечно, очень мало. Это очень мало, мало дней было, как бы. Вот. И январь, естественно, мы полностью не репетировали. Вот, ну, в этом, наверное, такая основная сложность была. И еще какая-то сложность, если говорить, что мы здесь собрались все незнакомые люди. То есть, так как это такой перформативный спектакль, в том плане, что здесь и художники, как актеры, и музыканты, и танцоры, и актеры, да, и некоторые друг друга вообще первый раз познакомились на этом проекте, да. И вот именно момент какого-то творческого друг друга понимания, то, что мы друг друга начали слышать и так далее, это вот этот момент происходил очень так тягуче и неровно. Ну, а так, конечно, как бы сказать, лично для меня, например, это такой же не совсем обычный проект, то есть это не вот как бы не, ну, не как в театре академическом или государственном, да, и так далее. То есть, как обычно у меня там работа проходит. Определили название, ну и ну, театр — это такая целая фабрика, где уже все на своих местах, где машина работает слаженно. А здесь, так как мы такая, ну, такая молодая компания, да, которая вместе собрала сейчас на этом проекте. Я имею в виду и продюсера, и администраторов, и так далее, да, вот как бы сказать. И вот здесь все равно происходит какой-то момент стыковки. Мне кажется, мы очень большой объем работы выполнили за такие короткие, сложные сроки в эту очень холодную зиму, можно так сказать. Да? Вот. Ну, вообще, когда там азартно вообще любая работа происходит, увлеченно, и все увлечены, и как бы друг другом вдохновляемся, да, и так далее, там уже, как бы сказать, моменты, где ты, что ты, как ты, вот как бы пропадает. То есть какое-то вот как бы, чем я люблю свои, ну, репетиции, вот этот момент процесса, ты как бы забываешь, отсекаешь окружающий мир, да. И тут уже неважно становится, там ты в Улан-Удэ или в Токио, или там в Санкт-Петербурге и так далее, вот. И, как сказать, вот, может быть, немного высокопарно будет сказано, но мне кажется, если действительно человек увлечен какой-то идеей, заражен каким-то творчеством, да, именно таким чистым, нечистым, я не знаю, да, но вот если действительно как-то увлечено и человека вдохновляет, и он своим вдохновлением других людей вдохновляет, мне кажется, абсолютно не имеет значения,
где человек находится. Понимаете, это театр, это как бы сказать, театр или там галерея, или вот, ну, любой вид культурной деятельности не зависит от какой-то площадки. Театр это не коробка. Да, и далее. Прежде всего, искусство и творчество это такая команда людей. Ну, если говорить, ну, про мою профессию, да, и так далее. Вот. Команда людей, которая даже, ну, команда немножко так суховато звучит, да, и так далее. Это какая-то компания людей, которые так хотят сделать это дело, да, и так далее, которые так хотят услышать друг друга, сделать некую какую-то классную вещь и вот так вот, пух, выпустить свет, что называется. Поделиться, так сказать, своим каким-то азартом, вдохновением с другими людьми. Когда я там в Москве бываю, у меня там спрашивают, там, типа, ну как у тебя там на периферии, да? Меня не обижают слова периферия, провинция, потому что, ну, я точно знаю, что провинция, например, это... Плохо это, когда провинция в голове или в душе и так далее. То есть сейчас такой 21 век, ты хоть где можешь быть, хоть как можешь быть. Так что понятие провинция, это уже не мои, это уже много рассказанные слова. Провинция понятие не географическое, провинция понятие духовное, духа. И головы, короче. Вот так вот.